дальше туда, на Ближний Восток. Римляне на берегу Средиземного моря высекли большие ванны и выпаривали морскую воду, получали соль. А соль в те времена была, конечно, на вес золота. Иногда даже жалование выплачивали солдатам солью. Ну, есть вот такая вот теория, что слово «солдат» вообще происходит от слова «соль». Ну, это одна из версий. И вот гора Кармель, она состоит, как я уже говорил, из горной породы, которая называется известняк. Что такое известняк? Это осадочная горная порода. Когда-то, десятки миллионов лет назад, здесь было море. И вот не что иное, как останки этих морских обитателей, этих морских жителей, вот это и есть известняк. То есть их скелетики на протяжении миллионов лет вот так вот один над другим не спрессовывались. То есть она очень рыхкая, и это органика. Поэтому, когда идут дожди, она распадается на протяжении десятков тысяч лет, распадается известняк и превращается в такого красновато-бурого цвета почву дороса. То есть земля здесь очень и очень плодородна. Гора Кармель, которая вот слева от нас, она населена в основном арабами и друзами. И вот там на горе Кармель находится несколько больших друзских деревень. Вот та вот группа, которая поехала параллельно с нами на экскурсию, вот они как раз к друзам заедут. Мы сейчас поговорим о том, кто такие друзы. И очень такой интересный народ. Вот там неофициальная столица друзов находится. Это очень такой маленький, интересный народ. Их всего на Ближнем Востоке живет здесь около 2 миллионов, а в Израиле 120 тысяч. Вообще в Израиле живет 9 миллионов человек, 6 миллионов с половиной это евреи, 1 700 000 это арабы, арабы-мусульмане и арабы-христиане, это граждане Израиля, и несколько сот тысяч национальных меньшинств. И